Дорогой друг, вот у меня в огуречной делянке, вот в этом углу, ну скажем так, вот в этой части, живут у меня муравьишки. Вот. Они, естественно, когда на огурчиках появляется огуречная тля, то они ее, конечно, оберегают от божьих коровок, от золотоглазки, от всех насекомых, которые питаются тлей. Вот. И тля их за это благодарит сладкими выделениями на кончике брюшка. Что мы сейчас с вами сделаем и потом пронаблюдаем. А мы с вами сейчас попробуем их выдворить из этой делянки. А как? А вот смотрите, обычное пшено. Я пшеном пользуюсь и также вокруг яблонь. Муравьишки уходят. Вот давайте сейчас с вами и попробуем вот здесь. То есть мы просто рассыпаем пшено в том месте, где они живут. Ну, где их муравейник. Вот. И посмотрим, когда они у нас отсюда смоются. Давайте вот так немножко побольше возьмем площадь. Муравейник у них где-то вот здесь в углу. Ну, давайте вот так немножко посыпем и за пределами, так скажем, муравейника. Вот. Я думаю, хватит. Вот. И теперь будем с вами наблюдать вот за этим феноменом, как, знаете, муравьи это место покидают. По какой причине? Я сказать вам честно не могу. Может быть, они, ну, зерна пшена принимают за мертвые свои яйца или там еще что-то. Врать не буду, не знаю. Но из-под яблонь они уходят точно.